Всем привет! Выходные уже совсем близко, а значит, самое время подумать, как их лучше всего провести. О программе, которую подготовил город, расскажу прямо сейчас. Поехали! В пятницу вечером в ДК «Заря» молодежный драматический театр «Мастерская» приготовил для зрителей спектакль «Чаша». На сцене много пластики и трюков. Самарцы увидят синтез особой драматургии, режиссуры и исполнительского мастерства, владения телом и работы с холодным оружием. Начало 6 вечера. Портрет города рисуем в субботу на пленэре с Третьяковкой. Посетителям расскажут о творчестве Михаила Матюшина и его последователей, а также проведут краеведческую экскурсию по улице Ленинградской. Каждый участник создаст стилизованную композицию, основанную на впечатлениях и знаниях, полученных на лекции. Участники попробуют работать с цветом, сочетая акварели и графические материалы. Образовательный центр Третьяковки «Фрунзе 102Б». Начало в 14.00. А в 16.00 в Литературном музее филолог, краевед и ведущий программы «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС» Михаил Перепелкин раскроет секреты некоторых имен и фамилий в трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». В это же время в музее Ильдара Рязанова киноманов ждут на лекцию от Елены Козыревой «К югу от Сахары. Кино тропической Африки». В ходе беседы разберут кинематограф тропической Африки, где первые фильмы стали появляться в начале 1960-х годов. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!